Всех приветствую. Продолжаем рассматривать работы художников и описание этих работ по книге «Великие музеи мира». Пастух Кришна и удивленная Радха Бунди. Раджастхан. Около 1700 года. Бумага 39/25. В основе данной миниатюры эпизод из знаменитой поэмы Расикаприя поэта Кешавадаса из Орчхи. Это центральная Индия. Повествующая о том, как Радха, возлюбленная Бога, удивляется, что Ясода и Нанда, это приемные родители Кришны, были столь недальновидны, что послали своего божественного сына пасти коров в лес. Художник изобразил два дворца, стоящие рядом. В одном спокойно восседают родители Кришны. На пороге другого возмущенная Радха вопрошает подружку, почему он отправляется в лес пасти коров. На переднем плане, на площади перед дворцами, синетелый юноша гонит небольшое стадо. Божественную значимость обыденной сцене сообщает сон индуистских богов, изображенных в небе. Здесь и Индра верхом на белом слоне Айраватти, и Рама со спутниками на волшебной колеснице, возвращающиеся после победы на Раванной королем Ланки, а также чита Шива и Парвати, восседающие напротив сына Ганеши. Рядом бык Нанди. На дереве бог любви Камадева с луком и стрелами из цветов. Космический характер происходящего придают небесные светила, солнце и луна. Ну вот такое описание к работе «Пастух Кришна и удивленная Радха» Бунди, Раджастхан, около 1700 года. Описание по книге «Великие музеи мира». Пока-пока, до свидания.